Итак, всем привет, вы на канале Михаилов Фадея, девчонки и мальчишки, я вам представляю новую модельку в нашей коллекции. Масштаб 1.34, вот так она звучит, это Toyota Celica, крутой японский автомобильчик. То есть предельная скорость автомобиля 300 км в час, машина двухдверная, четырехместная, моторчик находится сзади, сверху закрывает чемоданчики. Вот так она звучит, девчонки и мальчишки. Круто же! И она, самое главное, в красном, крутом цвете, в моем любимом. Да, как я говорил, масштаб 1.34. Длина автомобиля 12 сантиметров. Ширина автомобиля 5,5 сантиметров. Высота 3,5. Руль управления находится справа. Это же японочка. Заправка слева. Вот так, на крутых литых серых дисках. Даже видно, как будто бы сделаны тормозные ступора. Крутая резина. Это же спорткар в облегченном виде. Вот самое главное, что... Что еще есть у машинки? Три зеркала. Два дверных и одно в салоне. Есть сзади спойлер. Отдельно пластиковая оптика, есть один выхлоп, Toyota Celica. Есть задний знак тормозной на крыше. Есть на заднем стекле дворник от грязи чистый. Все значки присутствуют в автомобиле. Так, салон у нас светло-серый. Коробка передач черная, руль черный. Самое главное, что у нас есть отдельная передняя оптика из пластика. Значок Toyota, Celica. И еще самое главное, у нас проработано лобовое стекло. Вот это черное резиновое покрытие, чтобы стекло держалось в автомобиле. И еще на лобовом стекле вылитые дворники вместе со стеклом в черном окрасе. Дверных карт не присутствует в этой модельке. Присутствуют три педали, газ, тормоз, сцепление. И панель управления проработана круто. В хроме все значки, все спидометры на месте. Вот так вот. На капоте у нас присутствует охладитель автомобиля. Галогенки почему-то не прокрасили в этой модельке, не знаю, внизу Toyota значок, все присутствует. И вот это Toyota Celica, масштаб 1.34, выхлопная двигательная система проработана круто для такого масштаба, коллекция 5038, двигатель тоже защищен, крутые резиновые протекторы, металл, пластик, но крепится на двух шурупчиках. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, девчонки, мальчишки, не болейте, всем привет, заходите на наш канал, будьте с нами, как мы с вами. Всем пока-пока, до следующего ролика. А сейчас мы погоняем. Toyota рулит. 300 километров в час. Спорткар. На поворот. Рулит. Всем пока-пока, до следующего ролика, девчонки и мальчишки. Вы были на канале Михаил Фадей.